Пастки для шуму и паху. На гомель-шпалерах протягивают борьбу с неприемными наступствами работы одного из вытворчих участков. Уже зроблено немало. Как выник перевышения гранично-допущальных нормативов по шуме и выкидах у поветра забруджувальных речевов не выявлены. Вытворчесть виниловых шпалер запущена у стандартном режиме. Однако на досягнутых выниках на предприемстве спыняться не собираются. Подробности у наступном сюжете. Модернизация вытворчасти, установка фильтров, изменение конструкции поветроводу. Амаль год на гомель-шпалерах не припиняется работа по ликвидации неприемных факторов вытворчасти. Розные контролюющие службы тут сбывают что день. Проводят замеры на виниловой линии, звонку на территории фабрики, а так само и у жилой зоне побач с предприемством. Сейчас мы уже проводим практически еженедельные исследования и мониторим ситуацию. Плюс с февраля месяца пошли обращения граждан на шум, на гул. Поэтому вместе с вредными веществами мы мониторим и уровни шума именно в жилой застройке и в жилых квартирах тех граждан, которые особенно жалуются на дискомфортное состояние по шуму. Шум снизили за кошт изменений у вентиляционной системе. Была изменена конструкция воздуховода, что улучшило показатели по уровню шума. Они снизились примерно на 23 дБ. Также на нашей газочной установке была внедрена установка компании Air Alliance для окисления летучих органических соединений, дурно пахнущих. Зараз установка налаживается, ее эффективность проверить праз несколько тыдню. Последнее время, вот месяца два, этого мы не чувствуем, потому что, не знаю, или погода помогает, или там навели порядок. Одним словом, дело идет на поправку. С начала текущего года превышение каких-либо загрязняющих веществ не выявили. В настоящее время областным комитетом продолжается контроль за ситуацией. Практически ежедневно мы обследуем территорию, прилегающую к предприятию. Из тех шагов, которые будут уже приняты в ближайшее время, это предприятием должны быть закончены работы по модернизации своей газоочистной установки и доукомплектации фильтрами, которые позволят улавливать еще большее количество загрязняющих веществ. С мэтой установления усяго спектра забруджувальных речевов, что выкидываются у поветра, до замеру подключили специалисту лаборатории Санкт-Петербурга. Но мы на месте стоять не будем и дальше принимать меры. У нас целый комплекс есть мероприятия по уменьшению раздражающих факторов для населения. Евгений Кухаронок, Игорь Марышенко, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».